Непальские ветераны Гуркхи, недавно получившие право оставаться в Великобритании после выхода на заслуженный отдых, проводят голодовку у резиденции премьер-министра, чтобы добиться справедливой пенсии. Более 200 тысяч гуркхов участвовали в мировых войнах и других конфликтах в армии королевства, но они получают лишь небольшую часть пенсии других британских военных. Власти говорят, что пенсия начисляется по нормам Непала.